Колокольчики, чтобы к нам гости приходили на новоселье. Снежана Лысова вместе с сыном Колей наряжает елку в новой квартире. Ремонт почти закончен, а значит, в дом можно приглашать гостей. Ключи от такой долгожданной квартиры в жилом комплексе новинки Смарт-Сити семья получила спустя 4 года. Ключи мы получили, как говорится, самые, что первые и с первых. Это было 23 октября. Вот. Ну, за вот эти 2 месяца мы немножечко обустроили. Примета такая замечательная, что Новый год встречать в новой квартире, это значит... Какая примета? Значит, будет все хорошо в новом году, что будет все вот обустраиваться, что наши соседи, я думаю, подтянутся все, что следующие дома у нас построятся. Мы ждем заполнения домами нашего ЖК новинки Смарт-Сити. Под Новый год мечты должны сбываться. И заселиться в новую квартиру – не единственное желание. Свой первый новогодний подарок от вице-премьера федерального правительства Виталия Мутко и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина уже получил второклассник Коля Лысов. О своей мечте мальчик рассказал, когда ему и маме вручали ключи от новой квартиры. Сбылось мое желание. И мне подарили ноутбук. Кроме семьи Лысовых, к встрече главного зимнего праздника в новых квартирах готовятся еще 198 дольщиков. При том, что сдано в эксплуатацию уже 208 квартир, это 4 жилых дома. Тем временем на площадке кипит работа. Сейчас идет строительство еще 4 многоквартирных домов. Завершить его, а также благоустроить придомовую территорию планируется к маю 2020 года. И тогда получить ключи от своих квартир смогут еще 208 семей. Подрядчик уверяет, работы второго этапа строительства в соответствии с дорожной картой идут строго по графику. Выполняются работы по устройству кровель, ведется монтаж светопрозрачных конструкций. Также мы зашли уже внутрь здания, занимаемся разводкой инженерных коммуникаций. Вот, там, приоритетная задача перед нами сейчас стоит – это запустить тепло, чтобы в дальнейшем, в ближайшие сроки, можно было приступить к отделочным работам. Дома достраивает фонд «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан участников долевого строительства». Это вселяет надежду на то, что в ближайшие несколько лет жилой комплекс «Новинка Смарт-Сити» будет достроен полностью. Нижегородская область стала пилотным регионом для опробирования механизма привлечения средств Федерального фонда защиты прав граждан участников долевого строительства. Для нас с коллегами принципиальна позиция, что один на один с такими серьезными проблемами оставлять людей просто нельзя. К 2023 году вопрос обманутых дольщиков в регионе необходимо закрыть полностью. Согласно дорожной карте, утвержденной вице-премьером федерального правительства Виталием Мутко, планируется, что фонд достроит все 25 домов жилого комплекса. Речь идет об 1800 квартир площадью более 66 тысяч квадратных метров. Благодаря этому будут восстановлены права 1500 семей, которые включены в реестр требований участников строительства. Валерия Стародумова, Ренат Бикбаев. Время новостей.